Всем привет, с вами Стэймон. Перед тем, как я перейду к сути этого ролика, скажу то, что я уйду примерно на месяц, так как я готовлю огромный сложный проект. Какой, я вам не скажу. Также я изменил оформление канала и скин. Ну а сегодня я покажу, как снять Майнкрафт сериал одному. Поехали! Для этого нам понадобятся моды, которые будут декорировать или добавлять что-то в Майнкрафт, то есть ваши моды. И самое главное, реплей мод. Мод, при помощи которого мы будем снимать сериал. Давайте я вам покажу результат. Стоять! Впустите меня, пожалуйста. Мы посторонних людей не впускаем. Но за мной гонятся. Не мои проблемы. Пожалуйста. Я сказал нет. Итак, для начала нужен сценарий, про что будет наш сериал. У меня будет про монстра и меня. Я пишу сценарий, после записываю свой голос, свою реплику, и также записывает мой друг. Далее заходим в Майнкрафт, одиночная игра, и нажимаем вот тут галочку, чтобы наша игра записывалась. После заходим в наш мир и видим, что в углу написано «Запись». И теперь мы должны сделать все наши движения, которые у вас будут в сериале. Я же придумал такую сценку, что я бегу от монстра, пытаюсь сбежать в убежище, но меня туда не впускают. Я убегаю в сторону. Мы просто пробегаем, в общем, делаем все наши действия. Если у вас будет еще один персонаж, то меняете скин, снова заходите в мир и делаете все движения уже для другого персонажа. Далее вам нужно любое приложение, которое позволит вам записывать видео. Bandicam, Fraps, OBS, без разницы. В моем случае это OBS. Мы заходим на ту сцену, где мы бежим, и просто дожидаемся того момента, как я побегу. После нажимаете английскую P, и демка воспроизводится. Далее нажимаем приблизить и наблюдаем за нашим персонажем. И немного трясем камеру. Также отматываете демку назад и снимаете уже с другого ракурса. Когда все сняли, заходим на другую демку с другим персонажем и делаем все то же самое. После всех записанных нами сцен, все зависит от фантазии, мы все это монтируем. Я не буду показывать, как я это монтировал, в общем, монтируем наш сериал. Как монтировать, вы можете научиться, просто посмотрев пару роликов на ютубе. И все, наш сериал, который мы сняли в одного, готов. Что же, всем спасибо за просмотр, с вами был Стэймон. Также хочу сказать спасибо своему другу Влейлому за то, что озвучил одного из персонажей. Ну а я ухожу примерно на месяц, делать огромный проект. Всем пока.